Шановні колеги, шановні політехніки, шановні гості, в ці дні наш університет відзначає 130-річчя від дня свого заснування. Харківські політехніки мають вагомі здобутки в галузі освіти, науки, техніки. І враховуючи значний внесок інженерів, випускників КПІ, було прийнято рішення про спорудження пам'ятника першому інженерові. До слова запрошується член-кореспондент Національної академії наук України, доктор технічних наук, професор, ректор нашого університету Сокол Євген Іванович. Будь ласка. Уважаемые политехники всех поколений, дорогие наши гости, дорогие студенты, сегодня собрались мы здесь на очень важное событие в жизни каждого из нас – открытие памятника первому инженеру. Харьковский практический технологический институт был основан в 1885 году. Его первым ректором был выдающийся ученый Виктор Львович Кирпичев. И первый выпуск инженеров в Украине состоялся в 1890 году. Слова нашего первого ректора на выпуске первых инженеров, они стали пророческими. Он сказал о том, что Харьковскому практическому технологическому институту развиваться не десятилетиями, а столетиями, а выпуск инженеров десятками тысяч и сотнями. Сегодня Харьковский политехнический институт выпустил более 170 тысяч наших инженеров. И это действительно очень серьезный вклад в развитие экономики нашего государства. Но мы, кроме этого, готовим также специалистов для близкого и дальнего зарубежья. И все эти выпускники, получив фундаментальное образование в нашем университете, развивают экономику братских стран. И мы гордимся тем, что то образование, которое они получили в нашем университете, является для них путеводной звездой в жизни. Мы, безусловно, гордимся нашими выпускниками, которые внесли и вписали золотую страницу в развитие Харьковского политехнического института. Сегодня нельзя не вспомнить такие выдающиеся фамилии, как Ивченко, основатель КБ «Прогресс», Гуревич, который был главным конструктором самолетов «МиГ». Мы гордимся героями Украины, выпускниками нашего университета Лукьяненко, Жданов, Коваленко. И, безусловно, огромнейшая плеяда научных деятелей, руководителей государства, людей, которые работают на своих, может быть, иногда скромных инженерных должностях, но которые делают все, чтобы обеспечивать благополучие нашего государства. И в это тяжелое время, мы знаем, когда происходит антитеррористическая операция, многие наши выпускники делают все для того, чтобы защитить единство нашего государства. Многие ученые делают все для укрепления обороноспособности нашего государства. Это, конечно же, прежде всего участники концерна «Бронетехника». Это институт «Молния» с вопросами электромагнитной безопасности, электромагнитной совместимости. Мы знаем, что научные школы, которые есть в нашем университете, они доказали свой высочайший уровень. И за последние 10 лет наш университет и его сотрудники получили 11 государственных премий в области науки и производства. Мы очень радуемся тому, что и молодое поколение наших выпускников также добивается выдающихся успехов, и за те же 10 лет 14 государственных премий получили наши молодые ученые. Это действительно уверенность в завтрашнем дне. Поэтому с огромной радостью приветствую всех, кто пришел сегодня на открытие памятника первому инженеру. Это памятник всем поколениям политехников, и тех, кто сегодня есть, и тех, кто был, и, безусловно, тем, кто еще станет инженерами. Особенно приятно отметить, что этот памятник сооружен на средства
благодарных выпускников нашего университета. Это их желание увековечить лучшие традиции харьковских политехников в этом монументе. Я поздравляю вас всех с этим замечательным праздником и не сомневаюсь, что он останется в сердцах каждого из вас. Удачи! И перед тем, как открыть официально этот памятник, хотелось бы вручить почетную грамоту народному художнику Украины Сейфуддину Гурбанову, который является автором и создателем этого памятника. Спасибо. Мне очень приятно было работать с коллективом. И очень приятно, что именно первый памятник, первому инженеру мы открываем в Харькове, в нашем городе. Это будет единственный памятник Украины первому инженеру. Спасибо. Ну, а сейчас приглашаю почетного ректора нашего университета Леонида Леонидовича Таважнянского и председателя студенческого самоуправления Корбанау для того, чтобы открыть этот памятник. До слова запрошується секретар Харківської єпархії отець Михайло. Будь ласка. Дорогой наш Евгений Иванович, дорогие друзья, прежде чем осветить этот памятник, я хотел бы от имени митрополита Харьковского Богодуховского Онуфрия поприветствовать всю преподавательскую корпорацию, студентов и всех гостей с знаменитым юбилеем, 130-летием университета и открытием этого замечательного памятника. Памятник действительно воплотил в себя всю историю этого прекрасного учебного заведения. Он говорит о этих славных подвигах трудовых и научных, которые совершил этот университет в продолжении всего своего существования. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бог Господи, явися нам, благословен ли Ты во имя Господне. Камень и Божий не прожить, жизнь и без воды Господа, без сей дивным от часы наши. Бог Господи, явися нам, благословен ли Ты во имя Господне. Славный христианам, нас обративный от оруя и Твое. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и Великий Иоанн. Помилуй и спасет нас, як благ и человек любец. Аминь. Благодетельное мирное житие, здравие и спасение, вот всем благое поспешение на университет сей, на тружнику, учащих и учащихся, подашь Господи Твое благословение. И сохрани, Господи, на многое и благое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Грамота Национальному технічному університету Харківський політехнічний інститут з нагоди 130-річчя від дня заснування, благословення за старанні труди в славу Святої Церкви, Божою милостю смиренний митрополит Київський і всі України Онуфрій, предстоятель Української Православної Церкви 2015 року, місяця листопада, 18-й день, в граді Києві.
также икона Божьей Матери, которая является покровительницей каждого человека и всего общества. После благословения покров Божьей Матери всегда пребывает над университетом, над преподавательским составом и над каждым студентом. С праздником, дорогие! Хотелось бы напомнить, для, прежде всего, для молодежи, кто такой инженер. Если посмотреть слова энциклопедические, Вебстер, там четко сказано, что инженер – это специалист, призванный привносить достижения науки в практику. То есть это мост между наукой и практикой. Об этом надо помнить. И благодаря вот такому вот сочетанию науки и практики мы присутствуем при таком колоссальном развитии науки, техники и общества. Всех нас все эти годы объединял и объединяет сегодня этот безоблачный дом юности, этот святейший храм науки с мировым именем, где мы постигали непростые истины, где мы учились достойно жить и трудиться. Это Харьковский политехнический институт, который отмечает сегодня свое 130-летие. Желаю коллективу университета крепкого здоровья, счастья, благополучия. It is my great pleasure and honor to have been invited to participate in this unique ceremonial event of the 130th anniversary of HPI and the opening of the statue of the PEVI engineer constituted an international event with great significance. Для меня является большой честью быть приглашенным на празднование 130-летия ХПИ, а также открытие памятника первому инженеру. Это событие поистине является международным и имеет значительное научное влияние. Для меня является для меня является честью присутствовать на этом мероприятии, на открытии памятника инженеру, потому что это является долгожданным событием для всех политехников. Хочу поздравить всех политехников со 130-летием нашего любимого института. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, церемония открытия памятника подошла к концу. Позвольте завершить эту церемонию, поздравить всех со 130-летием, со дня образования нашего родного университета. Слава ХПИ! Ура!